ты? Перед тем, как я кого-то убью. Что у него за машина? И где стоит? Внедорожник стоит рядом в переулке. Кто это? Тот, кто весь вечер убивает твоих мальчиков. И кто связал твоего сына и бросил в темное место. Я вот что хочу. Наплевать мне на то, что ты хочешь. Думаешь, ты меня прижмешь, потому что у тебя Василий? Пристрели его и сгори в аду. Не в аду я точно сгорю, но убивать твоего парня не стану. Оставлю его себе, как комнатную собачку. С которой очень плохо обращаются. Буду с ним такое вытворять, что потом в зеркало не смогу посмотреть на самого себя. Василий выложит мне все, что знает о твоих делишках. И что ты с этим будешь делать?